Одно из происшествий случилось на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Кочетова в районе Молодежного сквера. Водитель автомашины Toyota Corolla допустил наезд на 7-летнюю девочку. По словам молодой женщины, появление перед машиной маленького пешехода для нее стало полной неожиданностью. Машины вот мчались, никто не останавливался. Она вдруг вместе рядом с ней две сестры было. Она одна вдруг выскочила. Пострадавшая девочка сразу доставлена в больницу. Ей оказана амбулаторная помощь. Отделение ГИБДД по Кызылу продолжает проверку и по второму наезду на ученицу 4 класса. По словам инспекторов, девочка переходила дорогу в неположенном месте. В этом случае, к счастью, ДТП тоже обошлось без серьезных последствий. Водителям нужно быть предельно внимательным, соблюдать правила дорожного движения, перед каждым пешеходным переходом осмотреть обстановку и тогда уже проезжать проезжую часть. Также, если перед вами машина останавливается, где есть две полосы в направлении, также надо притормаживать и убедиться, что пешеходов нету на дороге на проезжей части. Каждый участник дорожного движения знает, что автомобиль – это источник повышенной опасности. И в случае ДТП с пешеходом ответственность за произошедшее в большей степени ложится на водителя. Поэтому в городе с ежедневно растущим автотрафиком так важно соблюдать правила дорожного движения и принцип «поспешай медленно». Мадр Сандан, Буян Мангуш, Айдана Сенденма, Туа-24.